Сегодня 21 мая 2021. Меня, пророка Самбоя, спросили люди, и я им ответ такой увидел во сне на ихний вопрос. Они спросили, как им трудно живется. Спасибо за твои песни, пророк Самбой, спасибо. Вот она песня моя, «Остров». Вот она моя песня, «Остров». Это знак и голос самого главного пророка, самого музыкального из пророков, когда-либо живущих на планете Земля. И ты это чуешь, душой чуешь, потому что ты сам до рождения своего очень-очень сильно, сильнее всех слез просился пожить хотя бы рядом со мной, с пророком, мою эпоху. И тебе дан шанс сейчас, дан шанс пожить со мной рядом. Но ты вредишь свою корму, именно корму перевоплощения, корма перевоплощений твоих. Ты не просто пишешь, издеваешься. Мне тут грязь. Поучать пытаешься меня, пророка. Ты нагло и подло вредишь. Именно вредишь пророку, а потом удивляешься, почему так все вокруг тебя все гадко происходит. Ты низко смеешься, как погонь надо мной, над пророком, когда он танцует, и я пою для самых нищих людей там, для бомжей, сделаю с ними, с нищими людьми клипы. Смеешься, пытаешься быть ты похожими на демонов, пытаешься. Из демонов, которые были в каждом обществе, в каждое время, и правят людьми. Именно демоны правят людьми. Они богато живут возле своего корыта с богатством, во власти. И ты своей уже плачущей душой хочешь быть похожими на демонов. Потому что у них все есть из материального пожрать. И жаждешь любой ценой денег. Жаждешь. Когда их получаешь, видишь, что опять счастья-то нет, а деньги есть. И опять лезешь на мою страницу, пророка Самбоя, чтобы вредить каналы там. Мне так кляпу. Ему, мне, то есть, вредить. Губя свою корму. Ты не семя губишь, ты свою корму губишь. Это больше твои перевоплощения. Ты видишь, что я не похож ни на Моисея, ни на Будду, ни на Христоса, ни на Магомета, с которых очень красиво написали демоны в книжках, чтобы управлять людишками со своей демонской моралью, чтобы они подчинялись. И ты понимаешь, что они жили давно, эти все. И проверить нельзя, и опять смотришь, и удивляешься песне пророка Самбоя. И тому, что он продолжает делать свои, как ты пишешь, чудные песни. Оказывается, ты его знал давно, меня. Типа смешил я людей, и сейчас. И прошу какие-то монетки я, проверяя тебе на вшивость, дашь, не дашь. Пророк не будет с ними, с демонами, на мерседесах кататься. Я тебя проверяю на вшивость, когда ты монетки мне пришлешь или нет, чтобы поделиться с бедными людьми, чтобы помочь опять нищим же людям твоими монетками. Ты видишь, что у меня трагическая судьба по вине людишек, с перевернутой уже кормой, кто мне вредил. Погибают его близкие, самые люди мои. И ты смеешься и вредишь пророку совсем, уже подпорченной своей кормой. А потом осознаешь, потом, что просил ты переродиться не для музыкального пророка, а выходит, ты для демонов родился у власти с корытом богатства. Поэтому не ошибись, только самые мудрые меня понимают. И это понимают, о чем я говорю. И помогают мне, пророку Самбою. И им возвращается все тысячу раз больше. Их единицы, этих людей, они понимают мудро.
И душа у них спокойна, и счастье от моих песен у них есть. И от того, что их бережет, я берегу пророк самбой. Но их единицы, кто понимает, и потому пишут слова благодарности и благости, поэтому не ошибись, С кем ты? С пророком, с которым просился на эту землю переродиться? Или с демонами? Не ошибись! Вот она песня «Остров в океане». Не ошибись! 2 миллиона просмотров. Не ошибись! Ты знаешь мой крутой нрав. Если я вижу, что ты с демонами, сразу удаляю, убираю от себя. Я музыкальный пророк. Не ошибись! Тяжело песня дается. Вот так поет пророк. Настоящий. Не ошибись.